Всем доброго времени суток, ребята. Сегодня я вам покажу, как активировать или же попасть в измененную башню. Вот тут, когда мы заходим внутрь, у нас просит эрудиция, вот, направить себя. И что это такое? Нас это не касается. Зачем всем этим заниматься, когда у нас есть более легкий способ? Как говорится, против лома нет приема. Вот так, ребята, я сейчас вам покажу, как попасть. А, кстати, я вам покажу, где находится эта башня, рядом с болотой. Вот, измененная башня, вот так называется. Вот так, ребята, а сейчас я вам покажу, как туда попасть легко, просто и без всего. Вот поднимаемся по развалинам наверх. Тут можете и на лошади, и пешком, как вам угодно, как вам удобно. Вот так особо себя не мучайте, как у вас получается, так и поднимайтесь. Вот, если вы на лошадке, тут тоже можете, да, попрыгать. Вот. А если без лошадки, ну, посмотрите сами уже, как вам удобно. Вот я вот показываю, вот весь окрестность, вот тут прыгаете наверх, вот, и можно слезать с лошадки. Вот это то место, вот внутрь, да, уже, вот помните, да, вот мы там внизу были. Вот мы уже попали на второй этаж. Тут исследуем все, посмотрим хорошенько. Может, что-то есть интересное и вкусное для нас. Но ничего нету. Вот, поднимаемся наверх, на третий этаж. И нас тут ждет сюрприз. Сундук. Посмотрим, что в сундуке. Откроем. А в сундуке, вуаля, камень печати памяти. Это очень хорошая штука, ребята. Вот так. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было полезно. Пока, пока.